Как же я ненавижу эту миссию. Я ее практически прохожу. Но на записи, когда я начинаю стрелять, у меня крашится игра. Я не пойму, то ли это при стрельбе, то ли это при больно. А, все, мне хана. А, у меня куча раз были проблемы на том, что ни скрипты не работали. Теперь еще с вылетом. Да сдохни ты. Дай сюда. Нет. Давай обратно. Прайс, завались. Без тебя проблем дофига. По-моему, проблемы вообще были из-за того, что я снимал новые версии Бандикама. Отъехал. Мудаки. Я не пойму, то ли у меня еще сложность сбилась, или такая же, не пойму. Мне просто приходилось еще и переустанавливать игру. Это конец? Еще один танк! Да у вас что тут? Рядом немецкий завод по производству этих сраных тигров. Или Гитлеру уже совсем не жалко тратить столько запасов на столь расходный материал. Огребай. Что? Не попал? Извини. Не, мне кажется, реально сложность еще слетела. Надо вспомнить ее как заново поставить на хардкор. А то так. Да гипернотеатр. Я успею тебя добить. Уже эпичненький музон пошел, все. Аллилуйя, сдохните. Умрите. Зажуйте. Официально объявляю вас мешками с трупами. Где сраные подкрепления, которые нам обещают всю миссию? Еще один танк? Серьезно? Джентльмены, нам гости с запада. Лол. Проверьте прицелы, будьте внимательны. Что, мы с тобой одни остались, Прайс? Ты вообще больной, что ли? И фиг ли ты ушел, меня сейчас кокнут, куда побежал. Аллилуйя. У меня оргазм. Как же я помучился с этой миссией. Боже мой, Прайс. Не, надо проверить реально, это как. Это сложно или легко? Они быстро кокнут? Давай, фашистен. Не, легкая. Вспомнить, как надо поменять сложность, а то она слетела почему-то у меня. Они на хардкоре играть неинтересно. Аллилуйя, ребят. Надеюсь, это последний. Отличная работа, парни. Черт меня дери. Я убью тебя. Эта гребаная миссия, она меня еще в детстве доконала. Из нее я не мог нормально поиграть. Фух, сейчас должно быть полегче. Так, рассаживайтесь. Мы получили новые распоряжения прямиком от Сои. И двоих новичков из 6-й воздушной армии, которые помогут нам выполнить их. Они были рекомендованы для участия в этой операции в связи с высокой оценкой их действий в день Д. Капитан Прайс, сержант Эванс, добро пожаловать в 3-й отряд. Ну а теперь перейдем к делу. Здесь расположение важнейших плотин гидроэлектростанций Рурского промышленного района Германии. Эти ГЭС обеспечивают электроэнергией заводы и города этого района. В прошлом году один умный парень по имени доктор Бернс Уоллес придумал новый вид бомбы специально для взрыва дамб. Этими самыми бомбами молодцы из 617-й эскадрильи успешно взорвали дамбы на Моне и Эдере и затопили весь промышленный центр Германии. Плохие новости состоят в том, что эти ублюдки уже все починили, и командование хочет, чтобы по этим целям был нанесен новый удар. Эта дамба на Эдере
Мы высадимся рядом с ней ночью. Согласно данным разведки, на день пути вокруг дамбы находится безлюдная местность. Но сбросить бомбы на дамбу сейчас невозможно, потому что вокруг нее установлено слишком много зенитных батарей. Наша задача — уничтожить как можно больше зениток, чтобы расчистить путь бомбардировщикам. В здании внизу дамбы расположены электрогенераторы. Мы должны будем взорвать их, если это не удастся сделать бомбардировщикам. Мы установим взрывные устройства на короткое время, потом доберемся оттуда на грузовике до ближайшего аэродрома и захватим у врага подходящий транспортный самолет. Вы все знаете, что делать. Проверьте ваши боеприпасы. Выверите прицелы и внимательно изучите карты и фотографии. Операция начнется в течение ближайших 2 часов. Удачи! Фух. А, ну, с этой миссией вообще не должно... Здесь... Проблем должно... не должно быть. Так. Ух ты! Вот это у меня снайперка. Давай, 2 выстрела, 2 трупа. Да куда вы? Давай, обгони его. Обгони, обгони, обгони. Лол, что? О, один уже выбежал. Ошибка. Лежать. Это твой друг Ганс. Ганс тоже отъезжает. У вас еще тут какой-то Фридрих есть? Фридрих тоже минус. До свидания. А я отличный снайпер. Только снайперы вряд ли должны ходить в упор по вражеской территории. Жить бы здесь все это тла. Ой. Сейчас пролагало. Жестко. Как стоится? Спишь на посту? А, лол, я даже 2 их все-таки... Да, не фрись. А-ля-ля-ля. Так. Надеюсь, меня не убьет. Пожалуйста. Спасибо, меня не убило. Так. Ладно, тут я не вылезу. Идем дальше. Наверное, уже здесь каждый немец знает, что я здесь шарюсь. Ну, ожидаемо. Отъехал. Как вы любезно для меня расставили зенитки. Ты меня пугаешь. Бум. Одна отъехала. Ну, может, кто-нибудь придет, попытается защитить там зенитки, не знаю. А то как-то больно всем пофиг на то, что их оборону ломает один криворукий снайпер. Ладно, ваше дело, господа немцы. Вон, бабахнуть бы сюда. Хотя нет, их затопит водой. Так. Никого нет. Ну ладно. Ставим бомбу и сразу вперед. О! Какой умный пулеметчик тут. Его дружочек. До свидания. Куда стрелял, не знаю. Дай угадаю, вот этот ящик. Ну да. Я отпишу тебе не заметил. Так, ты кто такой? Ушел. 2 их. Я офигенный снайпер. Все, ребят, в расход всех. Так. Боже мой, что это такое? Что это за железная сосиска? Ожидаемо. Рейхен Орботен. Ничего не понимаю. Завалите вашу немецкую шарманку. Ку-ку! Ожидаемо. Лифт. Не, не двигается, а вот тут двигается. Знаете? Специально для меня. Думаю, как я же не дурак. Я же не глупая баба. Эти, звоните, звонить можно. Не видишь, звоню. Не учили вас чему-нибудь? Не знаю. Ладно. Здрасте. Гутен так. Ах, Фридрих Зейн. Гутен так.
Массовый расстрел. Мне это нравится. О, гренки. Уйдите. Занято. Не видите, переодеваюсь. Трансформаторный. Да, я знаю, я очень логичный. Так. Не видишь, перезаряжаюсь. Все, можно заходить. Ух ты. Ты кого стреляешь? Ладно. Для тебя я доберусь позже. Так и быть. Боже мой. Кушай. Жесткий офицер. Так, хватит там ваше Зигхайль. Сейчас приду, всем жопу наберу. Я же себя не заметил, а ты кто такой? Давай. Все, всех в расход. Блин, ну... На хардкоре как-то неинтересно. Уж больно какие-то они легкие, урона не доставляют. Не вставляет как-то игра. Я даже не помню, как нас... Это... Поменять сложность. Меню, по-моему, не меняется. Уйди! О! Ты подаешь надежду, чувак, давай. Давай, я даже засейвлюсь. Тоже мне. Не сбывшийся надежды. Давайте, я знаю, что здесь по классике должны выбежать куча. Один? Серьезно? Может, там твои друзья отстали просто? Ну вот один отстал. Ку-ку. Ой, второй дружочек бежит. Привет. До свидания. Добить. Ладно, не смог. Чи. Слышь ты. Поднял он еще на меня руку. Вот тут должны вылезти противники. У вас серьезно, у вас только К-98? Ну-ка, ваш майстер. Одни 98-е. Ладно, где мой... Блин, у меня тоже 98-й. Алло. До свидания. Вам бы прям куда-нибудь в атлетику с такими прыжками. О, дай-ка возьму. Спасибо. Ганс, ты это видел? Автомат улетел. До чего техника дошла? Офицер, вы видели? Английские автоматы научились летать. А немцы как и умирали, так и умирают. О, замес пошел. На, хавальник. До обеда не есть, зубы болят. Может... Блин, что-то у меня сегодня вообще слова не идут. Здрасте. А, нифига себе, ты убежал. Немецкий Усейн Болт. Ну, вылезай. Спасибо. У вас даже на дамбе везде немецкие флаги. Что ж... Вы фетишисты такие? Ну-ка. Длинный проход. По классике должны быть куча противников. Ну, явно не один чувак с винтовкой. Ты выжил? Я удивлен, если ты выжил. О, пошла напряженная музычка. Давай, давай, давай. О, все, ты отъехал. Здрасте. Чё ж ты другу своему не помог? Стоял он там, гений. Тоже отъезжай, давай. Хватит выходить по одному, давайте всей кучей. Чё вы как... Как лалки. Должна быть командная работа. Вас в вашем рейсе не учили? О, более-менее, но все равно плохо. Приходите завтра. Пересдавать будете. Это сразу неуд. Куда побежал? А вот по физкультуре так и быть четверочку поставлю. За уж больно быстрые ноги. А ты на кого батон крошишь? Голубок. Здрасте.
Я электрик Валерий. Все нормально. Так. Все, все норм. Можно полапать вашу артиллерию? Нет? Что это у вас тут? Патроны? Ладно. Ой, березка, защити. Опа. Ну, пипец, спрятался, никогда бы не нашел. Вместе. Засвет. Да. Слушайте. Засвет экономим. Да, блин. Не попал. Ты где ты? А. До свидания. Засвет, говорю, экономим. Надо же, он не сломался. Обычно переставал светить. Тут у вас можно артиллерию взорвать? Конечно, можно. Реально, ты так и будешь светить? Да, по-моему, я всю Германию на уши поднял своим детским врывом. Я удивлен, почему они так со мной сопливо борются. Я вам даже стекло побил, а вы на меня отправляетесь только по одиночке или по двум каких-то сопливых ребят с винтовками. Если в войну все немцы были такие, я удивлен, как мы с ними так долго воевали. А, лол, про тебя забыл, извини. А куда идти? Со спины! Крыса! И не убил, тем более. Лох. Здрасте. О, уже какие-то новые пошли. Разноцветные. В блевотной окраске. Оп. Это, короче, шаман он у меня лаги насылает. Тем самым давая себе фору. Не лагай. Боже мой. У вас армия, что ли, тут отспавнилась, так начала лагать? Хотелось бы, хотелось бы. Ну, это явная армия. Все, отставки. Все. Ема, вас уже тут. Мне кажется, все эти трупы будут поездами отсюда увозить. Я же не дурак. О, а, чувак, ты там херню какую-то читал на немецком? Ну ладно, просто как бы там я стою, там твои товарищи воюют, а ты стоишь так. О, что это у нас? Сперяк захайцаген, не знаю немецкий. Ладно. Ну я мой, а, уйдите. В таком шрифте ничего не поймешь. Я только понял Рейн. Вот что это такое? Поработайте над своим языком. Ну и над техникой боя тоже. О, гений. Умный такой. Отъехал. Здрасте. Кажется, никого не будет. А из-за угла. Что-то давно сейва не было. О, опять магический автомат, который проходит через текстуры. О, сразу наверх. Это удобно. Ай! Я на текстурке засмотрелся, нечестно. Офицер, идите отсюда. Бога ради, прошу. О! Еще один человек, а взяли уже текстурки. Боже мой. Ложись, пожалуйста, отдохни. И ты отдохни. Так, кто бежит? Ганс прибежал. Я греб. Здрасте. До свидания. О, смотри, еще живой.
Коронально, с пистолета. А. Красавчик. Свидание. Ты там что, стены трогал? Шершавый немного. Не мешай мне стены щупать. Ты полежи лучше. Чё, кто-нибудь бежит? Никто не бежит. Ладно. Ну, ребят, ну честно. Нужен хардкор. Так неинтересно. Стой. Меня здесь нет. Это был призрак. Шучу. Это был я. До свидания. Ауфцуг. Ничего не понимаю. Боже мой, какой странный язык. О, меня никто не ждет. До свидания. Пусть подумают. О, он обратно спустился. Ну вот там подождем, а он такой. Бах! А на самом деле я ушел в другую сторону. О, такси! А вы типа мне не хотели помочь, господа? Ладно. Оп. Что у вас тут есть? Панцерфаусты. Круто. Я вот пока винтовочку заведу. Ой, уйди, пожалуйста. Ребят. Нифига себе ты происходишь. Офигенно прям. Я бы три раза тут запоролся. Немцы, вы дебил, вам за жизнь свою не жалко. Че вы стоите перед машиной, которая вас сейчас собьет? Я понимаю, если бы это была АК, а не огромный немецкий грузовик. Так, как теперь возьми, я пенсион. Понял, мы должны слинять отсюда. Вот. Ты знаешь, что с ним делать. О, до свидания, ребят. Ну вот. Спасибо. А ты сам бы пострелял бы тоже. Чё, это весело. Отъехали, ребят. Ну вот. О, ваша немецкая АК тоже решила за нами поехать? Ну блин, не жалко Панзерфаус на эту муху. Извини, я скосил. Нам придется сделать это по дороге. Этот кретин взорвёт... Он сам куда-то уехал. Ему... Чёрт, давай. Отрядный ублюдок не нормал. Возьми винтовку, прикроешь меня, я сделаю это вручную. Чувак, ты уверен? Нафиг. Пошли. Немецкие сосиски. Заряжай её быстрее, Эван. Плевать. Стрелять. Но они вроде бы отмечены. Боже мой. Расстрелянные команды. Валите отсюда. Капитан, если сдохнете, извините. Это винтовка. Куда ты бежишь, принцесса? А ты куда? А ты куда? Капитан, молодец, золотой ты человек. Медальку бы тебе. А чё, вы что, лучше всех? Давайте тоже отъезжайте. Ну блин. Ватерс, отличный ты чувак. Он-то откуда взялся? Он летать умеет? Через мосты. Почему он улетел вверх? Так, ладно. Малец промазал. У того чувака Панзерфаус. Отъезжай. А водителю пофиг, он как сидел нормально, так и остался. Последний Панзерфауст. Ию. Куда-нибудь в небо сейчас. Сейчас на мотоцикл его. Сейчас, стой. Ну блин, было близко. Ты куда свою немецкую сосиску достал? Нет. О, он сам себя взорвал? Он взорвал сам себя, боже мой. Немцы, вы больные. До свидания, ребят. О, еще муха. Это уже какой-то бессмертный водитель. Ой, да фиг ты. Отъехал, ребят. Отъехали. Ребятки. Чего ты нас преследуешь? Вали отсюда. Он просто выжился. Здорово, ребят! Бегайте, молодцы!
Занимайся физкультурой. Так. Аптечку. Ты... Автомат себе в задницу засунь. Стрелок хренов. Давай, в кустике. Я просто остановился и выкатился. Душно ему стало. Хотя он ехал в машине с открытой крышей. Все, пермитяк. Так, прайс. Что будем делать? Слушай, Эванс, ты там где-то у себя припрятал снайперскую винтовку. Думаю, сейчас не проще ее можно было... Прайс, что ты творишь? Чёрный театр, Прайс, я себе ноги сломаю так. Боже, мы это сделали. Я дьявольски сильно в этом сомневался. За проезд передавай. Так, из маршрутки на колесах мы должны пересесть на маршрутку на крыльях. Ну ладно. Кто, кто, где? Мне кажется, мы не на аэродром приехали, а в какой-то новый концлагерь. Боже мой, а я аэродром, смотри. А, что происходит, мне страшно. Оп-оп. Так, прекратили тут где-то Need for Speed. Мне уже плохо. Все, валяться. Прайс, хватит нарезать круги. Господин немец с Панзерфаустом, вылалка. О, самолетик. И куда это мы приехали? Фиг сейф. Чё это будет? Штурмовики летят. О, я лучше присяду. О, о, это... Двигайте вести, которые видно. Ко мне вылазить? Да изи бризи. О! Ханс! Смотри! Специально для тебя стоит. Сержант Эван сейчас заставит их плакать, как маленьких девочек. О, шлаги пошли. Эпик. Нафиг. 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 Теперь крупным калибром по пехоте. О! Здесь бы все расчлененка была, здесь бы все было ушло на крови. Все сейчас будет, не ссы. Все устроим. Так, 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 все, отъехал. О, где? Они добрые, они аж отлетают специально от нас. А вот вас я не заметил, господа. Но все равно вам хана. До свидания, ребят. Ребят, ну чё, они прям в упор стоят. Разрушаем эти коробок, я удивлен. Сейчас прилетит. Прайс, их там уже орда на крыше. Собрание юных фашистов. Убери проклятых фрицев. Ра-та-та-та. Эванс, не стреляй по самолету. Это наш шанс выбраться отсюда. Эванс, так. Машину нет времени, надо двигаться. Я приклеился, ребят. А, все, извините, я на эту клавишу нажимал. Простите меня за мою плохую актерскую игру. Все, лезу. Че, за маршрутку передавать? У меня тут это. Со сдачей. Вот они, это наш самолет. Чтоб не провалиться. Сдачи не будет? Ну ладно. Так. Прайс, а чуть не ударился головой. Ну ладно, ребят. Спасибо, что смотрели. С вами был я, Ким. Всем удачи. Всем пока.